Подержи меня за руку. Одному сразу, короче, горло сломал. Второму какой-то. Ну, короче, обоих вырубил. Меня корабль. Я подожди, сейчас вот я допустил, там желудок куплено. Вот модуль, там модуль тоже. Я соснул приехал, ну как бы опять свой район. Нет, я все понимаю. Я преподаватель. Привычка-то осталась дурная. Они-то думают, что ты по часовой работаешь, а ты что, поддельный. Ну, я же подстрахован. Они вообще охуевают уже ползала. Гондон накинул, блядь, да. Че, майка здесь? А че? Я вообще не знаю, что такое, блядь. Веду там. Ильич, блядь. Ильич, у вас... Дебилоид, да? Через магазин. Да, Ильич, у вас что, сдельная, что ли? А что, побритый так? Ну что, серьезно? У вас сдельная часовая. Не скажу, что 40 лет. Вот этот месяц, сдельная. Дай-ка, блядь, сигарету нужно. Не вопрос, нахуй. Посмотрел, где льда нет? Ром, а вкусно? Можно я оторву вот этого человека? А вкусно? Вкусно. На свадьбе. Ну, хорошо, закипит, блядь. Я пробую новый, блин. Надо опробовать все сразу, как бы. Правильно. На кинокамеру все, да? Да. А потом буду смотреть, да. Ну зачем так-то? Хотя такой же телефон. Нихуя ты охуел бы. Она Паша, меня запалит. Сигарету дай. Девка, потом потом забить будет, помнить, да? А? Да. Что? Да? Не, не, я тебе, Андрюха, точно говорю, эти все с двумя картами, это однозначно, блядь. Я уже позвонил жене и сказал, что я возьму такую. Однозначно, блядь. Как две карты? А, финская и эстонская? Две карты вставляют. Да, они все таки, да. Ну зачем же? Нет, вот именно эта модель. Давай, иди. Об этом я говорю. Что Андрюха меня спросил, говорит, у тебя с двумя картами? А нет, хорошо. Дело в том, что есть, хорошо пишет, да, хорошо есть пишет. Модели, как хорошо бы. Хорошо пишет, да. Есть очень модели, которые. Ну, одну карту, знаете, две карты, как стой, бы. Стой, да? Стой, 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 стой. У вас не будет сигаретки? У вас. Вот так будет. Извините, пожалуйста, у вас не будет сигаретки. Рано. Пишет чисто, пишет. Все. Пишет чисто. Абсолютно. Если под воду нырнет, ничего страшного. 5 метров они обещают в течение получаса. Какие по-другому поняли это? Вот это для рыбака самая лучшая тема. Только тепло стало, блядь, понадобится. Димас, скажи, как правильно будет? Не жена моя. Алибе. Побрейся, блин. Да ты ходишь как баба, блин. Ты будешь бриться, да? Кончита Вурдзе. Слышишь, ты похож на русского. Как говорила американская одна режиссерка, ты похож на русского. Ладно, ты не бритый. Кого я должен быть еще похож? На русского? Да. Или на немца, блядь. Не, она кажется, все русские не бритые. Тебе бы еще сейчас вот здесь бы снять. Сейчас, блядь, начинается. Был бы вообще этикет домой. Не, погоди, дядь Вов, это правда. Давай я сейчас принесу машинку. У тебя тут блатная шерсть такая, блядь. Давай я сейчас, 2 секунды.